Was buried in misery. I couldn't trust myself. You added a piece to me that I had never felt. Всем доброе утро. К нам, короче, уже приехал Янек. Мы сейчас покушали, Янек чай попил, и значит, что мы собираемся идти в наш спортзал. Я уже взяла свои вещи. Все новенькие еще с этикеточками. Сейчас буду мерить. Надеюсь, майка подойдет, потому что майку я не мерила в магазине. А леггинсы, вот то, что пришли, я мерила. Вот, так что пойдем посмотрим. Надеюсь, там людей сильно много не будет, потому что как-то, ну, нас трое будет. Мы еще хотим заснять очень интересное видео. Вот, но об этом чуть позже, когда уже будет оно готово, потому что еще не факт, что что-то получится, правильно? Вот, так что я переодеваюсь. Никита тоже переодевается там в комнате. И мы топ-топ-топ в спортзал. Лучшие спортсмены выбрали спортзал. По-моему, мы выглядели солидно, Никита. Посмотрите. Красавчик. Поехали. Занимаемся в спортзале. Никита пока что вот на такой вот непонятной штуке, короче, поднимал. Сначала штангу, потом по 10 килограмм с каждой стороны, еще сейчас по 5. То есть в сумме это будет уже 30. Сейчас сделаем кардио. Янек сказал, что само бегание – это херня. Надо сделать 100 метров. Медленно, ну вот таким шагом, потом 100 метров на максимальной скорости, потом 100 метров так вот меняется, типа тогда. Да. Только короткая сессия. 100 метров в шип, гонна, 100 метров в шип. Немножко позаревались. Ну, я совсем чуть-чуть. Включу, потом, ну да, включай. Я только что на этих великах ездила. Святого вам шамы. Воркаут. Цицка. Идем домой. Как классно, что далеко идти не надо. Янек уже уехал, я только что забросила посудомойку, мы немножко перекусили, включили батареи, а то они у нас стояли на очень низкой. Сейчас ты на 17, да, поставил? Да. И они такие вот тепленькие, вот, ну, хорошие, потому что были вообще ледяные, и мне было очень холодно. Вот, я сейчас буду что-нибудь смотреть на ютубчике, вот открыла одно видео, сделала себе чаечек, нарезала твой бисквитик лимонный. Помню как-то раз, когда мы еще на старой-старой там квартире жили, мы покупали карамельный, и он мне очень понравился, он был такой крутой, и вот решили попробовать лимонный. Никите тоже сделала чай там какой-то черный, и он смотрит какой-то видос по прохождению игры. Сегодня мы, кстати, еще пойдем в Carrefour на закупку, а то у нас что-то холодильник попустил немножко, и еще прикупим кое-какие интересные вещи. Но я думаю, это уже там можно будет рассказать, если мы, конечно, их найдем. Вот, так что сейчас я буду смотреть видосик. У нас 3:30, уже начинает темнеть. И это так мне не нравится вот зимой, что начинает темнеть вот в 3. Вот зимой вообще 2 часа, вот 2:30, и уже темно. Ну, вообще не очень классно, я не люблю, когда темно. Мы выдвигаемся в магазин на закупку, у нас катастрофически все закончилось, ну как? Катастрофически. Короче, идем на закупку. Чего-нибудь докупим, написали список, надо... Все надо купить. Хлеб закончился, молоко закончилось, воды нет уже какой-то. Да, хотим посмотреть, может, фильтр какой лучше для воды купить и просто менять насадочку. Да, я думаю, тоже, наверное, возьмем фильтр. Чтобы каждый раз 5-литровик не покупать. И не носить их домой, можно взять просто... Да и дешевле, по идее, должно получиться. Ну, в сумме, да, оно окупится. Вот, такие дела. А еще в этом пакете у нас, короче, мусор. Лампа, которую нужно вернуть, потому что она очень тускло светит, она не подходит.
Вот, постараемся вернуть. Чек остался, поэтому проблем не должно быть. Надеюсь, на улице не холодно, но я оделась тепло. А я оделся специально холодно, чтобы быстрее идти в магазин. Вот это логика. Так, идем через парковку. Я не знаю, Никита, как это открывать. А вон, смотри, там нарисован выход. Где? Типа быстро. Вот. Мы тут выйдем? А это что-то надо открывать? Ага, открывай. Ну ладно, там как бы выход тоже был вроде как. Это типа быстрый выход на улицу. Надеюсь. Это быстрый выход, короче, на другую сторону, чтобы выбросить мусор. Ну давай, Никита, все, пока. Гуляем по магазину, короче, набрали уже половину тележки. Разные дребедени. Мы уже столько лазим, нифига не это. Ну, половину тележки. Идем, короче, идем на другую сторону, хотим посмотреть пиццу, взять на черный день, чисто в морозилку бросить, когда, знаете, на завтрак там или еще чего. Ну, вон, смотри, есть обычные, типа... А это, может, лучше ее на скидочках брать? Типа, она же, по-моему, часто в Бедронке на скидках бывает. Бедронка от нас далеко. 600 метров отсюда Бедронка. Вон, смотри. Маш, вот, за аппликацию мы Carrefour. 6,99 злотых за штуку. А, так 8,99. Да. Выгодно. Скачивай Carrefour. Кстати, да. Часто спрашивают. А это только такая? А вот, с солями мне нравится. Вот это мне не нравится. Вот ну, еще посмотрим. Может, все, кстати, которые этой фирмы. Мы добрались домой, у нас, короче, 3 пакета, я думаю, распаковку не надо делать, потому что она займет 10 минут. Так, включаем свет. Взяли из интересного очиститель для воды, почитали в интернете, пишут, что он хороший. Там идет в наборе 2 фильтра, еще бутылка, но бутылка нам не нужна, ну ладно, пусть будет, в спортзал будем носить. Фильтры обычные, продаются еще с магнием дополнительные. Это надо будет почитать, если они прям классные, то... Можно будет с магнием брать. Взяли нам тапочки. Давай, снимай эти. Тут, короче, у Никиты... О, смотри, а мне эту не сняла. Да. Короче, у Никиты... Не запищала. Так это ж не пищалка, это просто это... Вешалка. У меня написано «Дорогая мама», у Никиты написано «Дорогой мама, папа». Мама, олень, папа, олень у нас написано. Как? Нету там олень? Или... Дир. Дир это олень? Ну. Я думала, дир это типа дорогой, дорогая. Ну, как папа свин и мама свин, только моя папа олень и мама. Ну короче, вот так вот. Так, быстренько вот так в пакет. Всякие у нас тут пудинги, молочко, пивчик, там журнальчик. Здесь у нас супер мощная лампочка, которую мы сейчас испытаем. Если нет, вернем в магазин и возьмем другую. Шапка. Ну, шапка для Никиты. Чипсы на будущее, рыбка, сметана, рыба, фарши, да-да, слышу, я делаю обзор, пиццы, морковка, хлебушек и там разные, короче, сыры, вот, Никита ходит счастливый. Ты себе не представляешь, у них подушечки на этих, на прокладках, капец, в них ходишь прям так. И летаешь, да? Вообще, такие мягенькие-мягенькие, такие, прям аж. Открыли. А еще пришло, короче, письмо, вот, надо нашему хозяину написать, сказать, что письмецо пришло, да, вот. Короче, я разбираю пакеты, я разбираю посудомойку, потому что подозреваю, оп, а что это там улетело? Короче, посудомойка чистая и все, буду готовить нам кушать. Ё-моё, смотри, что тут Кристинка наделала, что ты наделала? Ё-моё, да, очень вкусно. Короче, смотрите, тут мясо, тут сыр, тут еще один сыр, тут помидор, тут лук, а тут картошка, а тут Кристина. Да, короче, картошка у нас будет с морковочкой. Видишь, решила морковку, короче, морковка же вроде вкусная. Короче, я сделала такую подушку из овощей. Мясо, это у нас свинка. Пах. Разрезала, сандалила в каждый разрез помидорку, лучок, сырок и кусочек маселка. Думаю, маселка смягчит и будет вообще вкусно. Но, по-моему, вот это мясо, которое мы брали, оно очень мягкое. Начал есть сырым, блин, такое оно симпатичное. Уже, спокойно. Я уже включила, сейчас накрою это все фольгой. Хотела делать это все в мешке. А потом можно, может, снять фольгу в конце, чтобы немножечко-немножечко корочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А мы садимся кушать. Приготовилось наше вкуснейшее блюдо. Как же оно вкусно пахнет. Я прям не могу. У меня аж слюны не текут. Вот, короче, получилось вот так.
Вот у меня такой более плоский кусочек. Вот тут вот у нас и сыр, и помидорка. А вот у Никиты такой побольше. Боковой. Выглядит, конечно, очень вкусно. Да. Короче, ну и давай, попробуем. Наверное, сразу попрощаемся. Потому что после этого мы будем монтировать влог. Горячий, осторожненько. Хочу попробовать. Рассказать на влог. Вкусное, мягкое мясо. Просто вкусное. Может, ты обманываешь? Обманываешь, нет? Ну и пока мы будем кушать, наверное, уже попрощаемся с вами, потому что уже поздно, будем монтировать влог после того, как поедим. Так что всем спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока.